Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон с версией 3.0.2. И в предыдущем эпизоде мы словили легендарного покемона, который заспавнился у нас в океане. Офигенный покемон. Но, в принципе, пока что он пускай побудет у нас в компьютере. Потом мы, конечно, его еще и ним как бы побьемся, да? Нужно же его проэкспериментировать, что это такое. Ну, и прокачаем. Ну, сейчас давайте поставим его в компьютер и прокачаем вот этих всех наших покемонов, которые есть в данный момент, чтобы прокачать уже их как бы, как должно быть, да? А сейчас все-таки давайте пойдем, наверное, в пустыню, вдруг еще и там заспавнится легендарный. Так, ну... Давайте возьмем 5 алмазов и пойдем себе купим мастербол. Да. Так как словили легендарного и... Да чё ты так-то притормаживаешь-то? Ключишь. Вот. Тут и берем мастербол. Отлично, ребята. Взяли мы мастербол. Купили. Ну, райквазы спавнятся, не буду я на них охотиться. Пойдем мы все-таки в пустыню. И отлично, что заспавнился там, плюс к тому еще покемон босс, но вот эти лаги меня убивают просто. Что тормозит каждый, вот притормаживает. Ну, может это то, что грузится мир просто. Как бы сейчас уже не грузится, да? После того, как ты пешишься. Я заметил, что вот этот телепорт с мини-картой вот немножко глюканный, и у меня часто вылетает за этого. И вот когда ты ним тпшишься, то сразу после него просто глючит. Чё, пропал уже? Да нет. А где он тогда? Еще ниже. Не, ух ты, нифига себе, кто фейри вот тут заспавнилась. Монферно. И Мьюту. Так, шахты, шахты видно. О, покебол мы выбили какой-то. Так, у нас тут вообще есть еще какие-нибудь шахты? Только не улетай, если ты летающий. Нет, ты Вульпикс, отлично, Манферно. Вот, отлично. Ух ты, даже с одного удара не убили. Так, Манферно 34 уровень. Отлично. Может, так меньше будет, или не знаю. Так, тут, может, будут какие-нибудь большие уровни. В смысле, покемоны, да? Манферно еще, если так, 2 уровня осталось, да? До его эволюции. Харе глючит, твою ж... Сейчас, ребята. Так, ну я перезашел, не знаю, что-то изменилось или нет, но заспавнился там один покемон босс. Ни хрена, так же глюч, твою мать. Ну не глючит, как бы глючит, да, а вот зависает, как бы притормаживает, даже не притормаживает, а просто тормозит, вот, на пару секунд, иногда. Или это... О, вот, капут, чё это за хрень? Охрененно, еще бы чуть-чуть и... Нет, ребят, я так не могу играть, чё это за хрень? Сейчас я полностью перезайду, только убьем вот этого покемона, потому что это нереально бесит, ну просто нереально.
Да как он от... Да как он убил? Нет, ребята, я нажимаю на паузу, и сейчас я перезайду. Итак, перезашел я, но вот тот покемон-босс уже пропал. И да, уже вроде не глючит. Я не знаю, я честное слово, это ну просто капут. Ладно. Давайте пойдем... куда пойдем? Давайте выспимся. Вот, после этого телепорта всегда глючит. Ну просто всегда. Это может действительно этот телепорт немножко баганный какой-то или хрен его знает. Так, пойдем мы куда-то, твою мать, куда мы пойдем? Хрен его знает, куда мы сейчас. Давайте сюда куда-то. О, с этими лагами просто сдурить можно, честное слово. Пикачу, какие вы уровни? 30-й, 42-й, отлично, иди сюда. Сейчас мы тебе... Ну, давайте куда-то вот сюда, в океан. Нет. Сюда. Ух, ни хрена себе, сколько тут всего. В смысле, куча покемонов всяких. Ну, как бы не всяких, да, одинаковых, можно сказать. Ну. Так, там я вижу покемона-босса. Да, я вижу, тут есть данж, как бы сокровищница, но я ее уже облутал. Поэтому нет смысла еще раз туда идти. Только не говорите, что он в земле. Или он уже опять пропал. Да. Ох, ты ж... Идем и сюда, на остров, может. Тут вот эти большие уровни. Как раз, может, штук не знаю, сколько убьем и прокачаем. Еще два уровня осталось, поэтому, ребята... это что за покемон? А, Оша, ух, хочу этого покемона. Хочу, и поэтому хоть даже сейчас мастербом на него использую, но я его словлю. Там еще там его вторая эволюция, или кто это там? Не увидел, если честно. Он даже не хочет в этот болт залазить. Толком. Сможем уйти? Не сможем. Да ты что, издеваешься, что ли? Не сможем убежать от него. Хочу этого покемона. Просто-напросто хочу. И он редкий, мне кажется, более-менее, да? Так не часто спавнится. И сильный просто. Поэтому я его и хочу. Но суть в том, что я его не хочу... Че, опять нужно мастербол на него использовать. Хрен его знает, когда он, как бы, мы его опять найдем, я бы смог купить ультраболы, чтобы его... попытаться словить. Но суть в том, что он даже нам не дает убежать. И это я просто не хочу. Он мелкий уровень, чтобы на него какие-то скиллы использовать. А убивать его жалко. Не дает он, короче, нам убежать, поэтому иди ты в мастербол, зараза. Мелкая мастербол на тебя использовал. Там еще и в Вартортл.
Офигенно. Ребята, алмазы у нас есть, и мы уже себе словили нормально такие легендарных покемонов, поэтому... Да, ребята. Поэтому сколько там осталось еще легендарных, чтобы хватило? Ну сколько там еще легендарных есть, на которых нужно использовать мастерболы, да? 3 штуки? 4. 4 штуки. Поэтому у нас как раз есть 20 алмазов, мы себе сможем это купить. Даже не то, что сможем, а как бы если понадобится, то я пойду еще себе набью... алмазов и куплю себе еще. Да тут есть Девот, это его следующая эволюция, я так думаю. Сквиртл, я хочу Сквиртла. Хочу я, ребята, Сквиртла. Но у меня нету покеболов. Или экстренную доставку сюда нанимать, как бы. Из креативного режима брать ультраболы, потом рассчитаться в магазине обычно. Капутри, мастербол использовали на Ашавота. Офигеть. Но зато словили его. Это уже нормально. Если что, я потом еще за алмазами сам сбегать могу. И найти. Ну, в смысле, если найду, у меня же кирка зачарена так нормально, да? Если найду, то еще и добуду нормальное количество, мне кажется. Так, наш Монферно уже эволюционирует, ребята. Отлично. Все-таки действительно можно вот тут и на этом острове качаться, так как куча тут всяких вот таких покемонов. А, ребята, словили мы Ашавота, но за мастербол капут. Инфернейп. Офигенный покемон, классный. Ну, чё, Сквиртл уже куда-то пошел. Ладно, потом если что еще найдем, мы главное вот сейчас у Ашавота словили, поэтому это уже отлично, ребята. Но мастербол, мастербол. А вот в этого я не знаю, есть ли вообще эволюции в Саблее. Сейчас мы еще немножко вот так покачаем, быстренько даже. Даже слишком как-то быстро. Ну, мют уже, да? Это какой уровень? Нет, 13-й нет. 26-й. Отлично. Так, ты у нас там большой уровень, мне кажется. Ух ты, 43-й. Иди сюда. Там еще покемон босс, да? Или он сейчас уже пропадет? Еще Сквиртл. Да чё ты кидаешь на меня всякое? Вот, отлично. Нет, это нам не нужно. Так, где-то там покемон босс, но он все-таки в земле, мне кажется. Нет, он уже пропал. 35-й уровень, вот, отлично. Так, отлично. Ух, скиллы уже кончились. Ух ты. Все, как раз у него покемоны кончились, у нас скиллы. Ну, в смысле, что больше мы не можем их использовать.
Так, ребята, я только вот тут посмотрю, так как тут есть фосил, поэтому... И идем мы сейчас уже отсюда. Ух ты. Главное сейчас куда-то так не шлепнуться. В принципе, куда-то мы можем, да, прыгнуть, но... Вот, отлично. Главное, не убились. Так. Мне что-то мастербол жалко, действительно. Хоть мы его еще и можем купить, но как бы это же мастербол, да. Ну, в принципе, ошавот, если бы я его убил, то некрасиво бы было, если бы мы нашли первого ошавота, да, и сразу бы его убили. Согласитесь, что как бы не очень. Фосил, иди сюда. Опасно у вас тут. Какая-то нереальная какая-то пещера с такими закрюченными какими-то, что хрен поймешь, где тут вообще вход, где тут выход. Ух ты, офигенно, чуть не шлепнулся в лаву. Когда прыгал, хотя я толком и не прыгал, у меня что-то не прыгнуло, но хорошо, что хоть как-то перепрыгнуло, да? Так, идем и сюда. Аккуратненько, главное shift. Ну, в смысле, чтобы... Так, 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 куда-то вот сюда. Там он... Фу, фосил! Ребята, там есть фосил. Не, смотрите, как он запрятанный какой-то. Под водой аж так. Да, охрененно, мы сейчас его полчаса копать будем, поэтому давайте как-то... Вот так, мне кажется, побыстрее будет. Да. Ну, я не знаю, есть ли у нас такой. Мне кажется, что есть. Это мы узнаем в следующей серии, ребята. Если есть, то может я придумаю еще одну штуку. Это я скажу в следующей серии. Охрененно. Это я скажу, ребята, в следующей серии. Если вам понравится, то мы так и сделаем. Чтобы фосил не пропадал, и чтобы не было жалко, как бы, фосил, да? Нет, не получится убить этого покемона. Пикачу как бы Пикачу, но я не думаю, что он его сможет убить. Хотя... Не знаю, ребята, честное слово. Как-то он через ада с одного удара убил. Пикачу... Убили, отлично. Лаки. Так, что тут у нас можно вот. Ребята, идем мы домой. Нашли мы фосил. Как-то он, в принципе, сильно там запрятанный был такой. Ух ты, сколько там еще покемонов-боссов. Я не знаю, убьем мы или их, так как фиг его знает. Сейчас мы попытаемся вылечить и сразу туда. Ребята, по поводу фосила мы его сделаем в следующей серии, в следующем эпизоде. Если попадется такой же покемон, как у нас есть, у меня есть одна идея по этому поводу. Есть. Но я ее скажу в следующей серии. Если вы будете согласны, то потом реализуем. У сколько уровней? Так, главное вот это все. Все, ребята, идем мы домой.
Нашли мы еще один фосил. Словили мы ашавота, но как бы давайте купим еще все-таки один мастербол. Или потом купим. Еще напишите, пожалуйста, есть ли у саблея эволюции. И посмотрим, ребята. Так, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем. Сейчас. Всем пока.